танцуй. И он с дэнс. Ну как раз он и танцевал. Благодаря этой кукле. Да ты достал уже, блин. Капитан бейсбольная бита. Так, тут ничего. Нет, тут аптечка. В мусорке. Вон он не побёг. Сзади. Просто капусту в руках подкинул. Да. Да, это пушка реально отлично. Сзади. Не, рукопашки тоже иногда помогают. Даже очень. Что тут? Перекаты я не особо понимаю, зачем. Уже старый добрый некромор. Чему он стреляет? Какими-то электроиглами. Круто. О. Привет. Смотри, смотри, пришпилил. Представь, если танцевать начнет. Нет. О. Этого добра нам точно. Так. Сейчас, секунду. У меня есть там небольшой. У меня тоже, кстати. На 5 подписчиков. У меня там около 600 подписчиков уже. Неплохо. Я с 2010, по-моему, года выкладываю. Да, не, я такой... То так редко. У меня почему-то на YouTube ничего не может выложиться нормально. А ты через этот, Sony Vegas? Не, я имею в виду, что я загружаю, а он пишет какую-то ошибку. Странно. Может, формат не подходит? Да нет, я и видел ее. Да. О-о-о-о. Ой. Как тут? Что тут у нас? Кинезис еще нужно туда толкать. Ну это кинезис, прикольная вещь. Теперь, видимо, вот это тут нужно. Так, как там у нас настройки? Подожди. Ну вот, видимо, сюда надо зайти. Так, подожди, тут, кстати. А, я помню. А, аптечка. Ой-ой-ой. Сзади. Да, юнитологи, конечно, вообще проблемы не станут. Ух ты! Видал? Хеачуари. Просто улетел, как не знаю кто. Что? Да что такое? Что там? С ними что-то не так. Им, наверное, эти идеи что-то не нравятся. Как они взлетают. Ну, у меня почему-то не летает сейчас никто. Не, он полетал и исчез. Полетал и исчез. Представим, что мы этого не видим. Нам еще такую эту подмосток оставили, как будто мы не залезем на этот поезд. Допрос с пристрастием. Поджарить по этому.
Жесть, я бы так не смог. Я так не смог. Так, а чё мы ждём вообще? Море погоды. Ух, видел, улетел, парень. Смотри, ничего, я не помню, это наш походу. Ну, видимо, да. Лезь, завали. Что же ты? Все, я его уже пришпиндорил. Блин, он что, не может? Они даже спрыгнуть не могут. Жесть. Молодцы. Так еще и не могут с лестницы соскользнуть. Тебе не везло. И не GTA. Ну, чувак, ты видал? Да, да. Где я снова? Я как лучше, ты ж сам чеканул. Ты же сзади меня был, ну как это возможно? Е, е-е-е, меня нужно. Это я. Нажмите Е, чтобы выиграть. Игра пройдена. Ну да. Клуб закончен. 200 ачивок сразу. Не одна золотая большая. Бэм, бэм, бигл. Айзек. Сидишь там. Фотки разглядываешь. Неужто в то время до сих пор фотки используются? Угу. Даже сейчас, блин, фотки уже никому не нужны. Все, блин, в электронном виде. Thanks for the rescue back there. Try harder next time. Carver, how's your weekend? Yeah. Good, we're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. You heard the man. Ты тут не командуй, а? Пушка-то у меня тоже есть. Так, найдите нерды на мостике. Ну вот, пролог пройден, да? Ну, о, кстати, дневничок. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? It's his birthday. Shit. Thanks for the present, Dad. When are you coming home? Soon. Okay. I love you, Dad. Эта штука я так и пока не особо не разобрался, как пользоваться. You gave him a soldier. John, he idolizes you. Well, you better get that idea out of his head. Ходила половину игру с другом, он все время за меня все это делал. Что? Ну вот этого бота вызывал, который типа собирает ресурсы. Понятно. Я особо этим не заморачивался. Он всегда говорил, куда. Ну, посмотрим. На этот раз ты будешь так делать. И как я узнаю? Тут типа звук. А я никогда этот звук не слышал, он типа такой. То ли у меня из-за того, что довольно тихо. О, костюмы. Будущее. Шикарно. О, прикольно. Ты меня напугал. Слышишь, ты чё тут? Жилеты порчу. Спасательные. Ну ладно, ты будешь тогда двери открывать. Так, куда нам? Ага. Пойдем туда. Это типа мы в гиперпространстве. Блин, уже устали. Озвучка у тебя была. Ну да. О, прикольно, смотри. Не зря шли. Мы что, боком летим, что ли? Так.
Еще зря, что-то. Я тут ничего не нужно, у меня патронов. Блин, что мне с этим всем делать? Запись в офицерском журнале КПТ. Ну да, видимо, можно. Роберт Нортон. Кларка оказалось не так-то просто найти, но я его не виню. Он скрывался от EarthGo со времен своего бегства с Титана, будучи по факту хранителем тайны обелисков. Если бы не помощь Элли, мы бы не знали, где его искать. Сегодня утром мы взяли курс на лунную колонию «Новые горизонты». Главное сейчас найти Кларка до того, как это сделает Даник. Надеюсь, вся эта заваруха того стоит. Походу стоило. Угу. Ведь Айзек единственный. Я не понял, Айзек даже знает. Не действует сама это, но... Как обелиск он не может его превратить в некроморф, только после смерти. Ну, хотя видимо, вообще, да некроморф, что... они же после смерти только становятся. Как во второй части, да, вот. Ему в глаз вкольнули эту иглу, вот он и перестал превращаться. Ну, точнее, иммунитет у него. 15 секунд до таргета. Не, это просто штука. Это напоминает мне первую часть, когда они летели только на Ишимуру. Угу. О, как его колбасит. Этого как эпилептика. Танцует. Зажигай, народ. Я, кстати, видел обзор D3 Media на Dead Space 3. Да, и музыку. Там под музычку. У D3 Media, кстати, крутые обзоры, да и вообще вот эти мульты все. Жаль, что сейчас больше не делают. Да, последние обзоры были такие уже видными. Типа... Ну, через силу на отвали, в общем. Да. Первый, вот, как так всегда и бывает. Обзор тайм. Обзор тайм. Матрица. Неужто у них нет никаких радаров против мин? Или брони, или щита? Ну, брони не думаю, а вот, мне кажется, должны быть такие. Это, судя по всему, старые мины, старого образца. Как вообще можно удержаться? Нереально. Конечно, если ты чего не удержишься. Бегом. Если вон я смотрел, ну, по фильмам судить, конечно, сложно, но там фильм «Пекло» не смотрел? Нет. Там чувак именно, чтобы дверь вышибить, ну там в космосе, он разгерметизацию сделал. Дверь вылетела. Ну как, по-моему, в первом или втором Dead Space, когда нужно герметизацию наоборот сделать. Выстрелить в какую-то там. А, ну да, в какую-то втором, панель. Втором. Бежим. Чтобы закрыть дверь. Ну, кстати, глупая идея. Ну, игровая, она прикольно сделана, но вот именно по факту. Что людям надо будет, если что, чтобы спастись, выстрелить в какой-то там шарик. Ну, именно. Что-то плохо. Да. Чтобы выиграть, даже на цене. Да. Жесть. Из-за вот этих вот всех взрывов. Ну, конечно. Блин, а я вообще... Такие моменты в Dead Space всегда будут очень круты. Давай. Ты тоже одеваешь? Ну, у меня же есть костюм. А, ты уже в костюме? А может, ты одел? Ой, все. Дай мне мой шлем. Кстати, это реально, что он выжил после такого, потому что не как в фильмах. Mm-hmm. Типа сразу ему куски разорвало. По правде человек может выжить, но на самом деле несколько секунд. Ну, секунд 30.
фильм отпуски рвет постоянно. Да я тоже. Куда нам? Вперед? Ну, момент в космосе, конечно, мне кажется. Так, они внутри этого модуля. Блин, я снова забыл, на какую я там кнопку настроил. Стазис. Ну эти... Блин, вот этот момент, конечно, офигенно. Вообще, вся именно часть в космосе, она просто... Там уже еще дополнительное задание в космосе, ну, да? Ну да. Я помню, тут пару раз проигрывал, кстати. До этого момента я дошел и все, дальше не проходил. Ой! По-моему, вроде бы я умер. И я тоже. И Сережа тоже. Ты мне экран избег. Ой, да ё... Ну ладно, мины нормально. Все, можно лечиться. Корабль не выдержал мины, а мы выдержим. Мы молясь. Тихо, тихо. А я вверху пролетел. Я не внутри там. О! Что такая музыка? Можно стрелять. Да? Да ладно. Вот мы лохи. Блин, блин, хватай его. Блин, ну виды здесь, конечно, офигительные. Что это за планета? А, это Луна, по-моему, да? Ну, это вообще, это... Или другая? Это же Эгида, ну, какая-то планета, это не Эгида с теми, это... Ну, как... Вот это снежная планета. Так, куда нам? Ну что, не будем нигде гулять? Пока. Почему будем? Ну, сначала надо, наверное, по сюжету, типа, пройтись. Потом уже... Откроются именно эти сайд-миссии. Дополнительные. Угу. О, кстати, я помню, вот тут что-то. А, это воздух. Воздух. Блин, снова забыл, как я там настроил этот стазис. А, F, все. Да-да-да. На, бери свой этот. Где он? Где ты? Что-то я тебя потерял. Так обнимает. Вот, тебе нужен? Ну, был нужен, да, чуть-чуть. Он летит. Да все уже, я его использую. Интересно, они подзаряжаются? По-моему, их можно бесконечно использовать. Он еще воздух. Альт, приземление. Ну, костюм мне нравится. Но... Неплохой. Достижение открыто. Что делал? F. А, крутить? А, просто крутить мышкой, да? Нет, именно, то есть, ну, сжать надо на несколько раз на стазис. Точнее, на кинезис, или как он там правильно. О, он даже вид меняет костюм, блин, я уже забыл. Сколько я уже в эту игру не играл. Замена этому прайсу кинезу. Блин, вообще нифига не. О, кстати, тяжелая стандартная стальная там чего-то там пластина. Вот, да, для пистолета улучшение. Так. Мы запустили их. Подожди, еще тут что-то есть. А где? Где ты вообще находишься? Ну я чуть отошел назад. А, мне тоже надо все хватать.
И вот тут вот, видишь, пластина была. Но я его уже забрал. Ей. Ну, наверное, всем будет доступно. Ну, не знаю. Что делать? Идем на парню. О, кстати. Бэх. Кашпировский просто. Кашпер. Не Каспер, а Кашпер. А, тут надо вдвоем. Хватай. Хватаю. И несколько раз жми. Ничего не происходит? Mm-hmm. А, ты... Ждем лапку? А, подожди. Сюда. Какая необычная дверь. Обязательно двоих надо. Жесть. Телепатии недостаточно. Да. Тут, кстати, тоже у них костюм похожий на мои. О, кстати, излучатель Теслы. Не поднимешь? Где? Вот тут. Что? Тебя вообще потерял? Сзади. Сзади? Сзади, это откуда мы пришли? А, вот. Нету ничего. Ну вот тут у меня излучатель Теслы. Ну, валяется. Походу, он каждому это. А, наверное. А, я же типа проходил эти моменты. Ну, давно уже. И это, ну, у меня же все собрано. Угу. Скорее всего. Ой, снова путаю кнопки. Так, ну все, вот добро. Аптечки я вижу. Ну это я выкинул аптечку. Ну, я подобрал. Так, нам... Куда нам надо? Туда? Давай пойдем посмотрим, что там. Ну, а, там наверху что-то еще. Ну, костюм мне нравится. Надо будет потом посмотреть, какие костюмы еще есть. Да. Где тут магазин? Пошопиться надо. Даже патроны не тратить. Так, преобразователь. Для чего он нужен? Ну тут всякие типа ресурсы собираешь для крафта, именно оружие. А, преобразователь это отдельно, да? Или... Ну да, там много чего будем собирать, так что собирай все. Все, что не приколочено, не прикручено. Ну, да, что к полу не прибито. Ну и если есть место. Ну я думаю, уж посмотрим там. Будущее. Это тоже, наверное, те двери, где нужно вдвоем открыть. Ну, нет, вроде одиночные. Ну блин, они массивные. А нет, те. Подальше.